Трудный матч сегодня. Трудный с точки зрения тренерских решений. Самое неприятное для тренера – это когда по ходу первого тайма понимаешь, что игра складывается не таким образом, как планировали, по крайней мере, вместе с командой готовились. И сложно принимать такие непростые решения, как менять футболистов в первом тайме. Но понимал, что если оставить таким образом, как есть, тут изменение тактической схемы по ходу первого тайма, в концовке первого тайма, оно положительный эффект возымело. Мы сразу же перед самым перерывом сравняли счет после фланговой подачи и завершения Адеолы прекрасной головой. Да? И в какой-то степени этот эмоциональный всплеск дал нам хорошую возможность во втором тайме активно его провести для того, чтобы понятно, что 2-1 счет, 1-2 счет нас не устраивал. Нужно было идти дальше вперед, сравнивать его как минимум, что у нас и получилось. А то и попросил ребят все-таки по возможности, если как можно быстрее мы сравняем счет во втором тайме, все-таки вытащить этот матч до победы. Но, к сожалению, не получилось. А так, конечно, для тренеров, я думаю, для меня и для коллеги очень трудный матч в плане эмоций, в плане, еще раз говорю, тренерских решений каких-то таких нетривиальных, которые не напрашивались с точки зрения того, как мы планировали, еще раз повторюсь, матч, план на игру, да, и пришлось все-таки его принимать. Понятно, неприятно футболистам, тем, которым заменили, но здесь работа, я думаю, что ребята не должны обижаться, да, мы сделаем определенные поправки, и я думаю, что дальше пойдем уже с высоко поднятой головой. А так, конечно, могли в концовке второго тайма, когда уже раскрылись, когда шли вперед большими силами для того, чтобы забить третий мяч и вырвать победу, могли и пропустить. Вот, поэтому, наверное, главный итог то, что сегодня мы не проиграли. Наверное, не заслужили победу, но в то же время и то, как сложился матч, наверное, это очко мы все-таки приобрели сегодня. Внутри вопросы? Если первый раз за столицей, оцените дебют Лопеса. Прекрасно вошел в игру парень. Те качества, которые мы видели при анализе его, когда его действия, анализе, когда он играл в Бразилии, в принципе, он сегодня даже так в дебютном матче хорошо вошел в игру. Это отражается и в эффективности действий, и голевая передача сразу же на Адеолу, да, и во втором тайме уверенно действовал, плюс по позиции свои единоборства и позиционных таких больших каких-то погрешностей в его игре я не увидел, поэтому достаточно успешный дебют.